Как на Артемина день рождения испекли мы каравай, вот такой вышины, вот такой нижины, вот такой ширины, вот такой ужины. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Артемию исполнилось 5 лет, и мы действительно испекли ему, но не каравай, а торт. И сделал это Алексей своими руками, мужскими руками. Чуть-чуть добавлять муку. Дальше нам нужна будет лопаточка. Половинку, наверное, сейчас. Ну, чтобы нам Вадим за месяц все не делать. Thank you.
прям вот и размажу. Прям чуть-чуть совсем.